29 лет в браке – бархатная годовщина свадьбы. 29 лет совместной жизни считается доказательством того, что только проверенные временем чувства могут создать самые прочные взаимоотношения. Годовщина свадьбы 29 лет предполагает возвышенные, гармоничные отношения и мягкие чувства в браке, вот почему она получила наименование «бархатной свадьбы». На этом этапе супруги приближаются к третьему совместному юбилею, потому эта годовщина не часто отмечается, пары откладывают праздник до следующего года, чтобы отметить с размахом, что подарить на бархатную свадьбу. Бархатная свадьба – праздник роскоши и богатства, благодаря чему наилучшим вариантом празднования этой годовщины является яркое торжество в ресторане. Выбирая подарок на бархатную свадьбу, следует отдать предпочтение изделиям и аксессуарам из этого материала. Бархат считается символом нежности и благородства, что может стать основой удачной и счастливой семейной жизни. Интерьер помещения, в котором будет проводиться праздник годовщины свадьбы 29 лет, желательно украсить бархатом, да и сами супруги могут надеть что-либо из бархата, будь это галстук, бабочка или вечернее платье.